И все посмотрите, вот в интернете, видите, как находить горе рабочих? Попросила туалет перенести. Посмотрите, что сделали. Негодяи, конечно. А ты иди с ними в дом, вот скажи, а вот это после демонтажа. Ага, да, ага. Вот видите, что вытворяют, исторический туалет хотели перенести. Видите, что называется, нашла по дешевке деревенских ребят. Вот, они сейчас еще поубивают друг друга, а я буду виновата. Вот что значит, не берите по соседству дешевых рабочих. Вот что будет с вашим туалетом. Вот, видите, мне вручают гордо. На шее нет. Что значит дешево? Ой, корейскую пихту не сломайте. Какое слово напряжное, дешево. Я вас же в интернет выложу. Все ваши рожи, чтобы вас никто больше не нанимал. Кто тебе сказал, что мы дешево? Наоборот, очередь будет. Илюха, ты сказал, что мы дешево? Да, ребята очень, кстати, между прочим, недорого и быстро делают демонтаж. В моем, конечно, случае должны были они перенести туалет, но демонтаж быстро, дешево. Ты нас с краном подъемным попутала. О, на. Смотри. Еще бумага. Ой, паузу ставлю, ну вас. Как хотите, а мне надо пить эти успокоительные. Тебе фундамент же нужен был. Фундамент? Мне нужно было его перенести. Фундамент? Да не фундамент, а строение. А вы посмотрите, что понаделали. Негодяи, негодяи. Ай, вообще, капец. Посмотрите, вот они. Видно, не в духе пришли. Да какой вот чистота, тут же было строение. Ну, Вася, а что? А сейчас вот именно ничего. Вигвам. Фиг вам, а не вигвам. Ой-ой. Ой-ой. И что вытворяют? Вот видите, муж подошел, уже смеется. Не надо ли мне холодильник перенести? Правильно, что он был против переноса туалета? Да потому что нечего по дешевке брать. Рабочих, подешевле. Вот теперь будем сидеть без туалета. Газета. Ты что смеешься-то? Был толчок, теперь вообще ничего. Можно дровница была. Ты же любишь на свежем воздухе? Милое дело, и дождь, остатки. Вот так вот, видите? Может, на лукаву запатентовать? Нахрен эта крыша утяжеленная. Соседям пообщаться можно. Нет, называется туалет без отделки. Нет, дорогой, это называется, понимаешь, надо платить рабочим, а не брать на халяву. Правильно. Вот я говорю, жить в деревне хорошо. Тут есть еще желающие нанять рабочих? Новый, могу вообще порекомендовать. Порекомендуешь. Порекомендую. Ты, даже не сомневайся. Ой, какая этот. Ой, ребята. Основная часть. Ее, кстати, можно вообще где хочешь поставить. Два кирпичика и все. Это в ворота можно поставить, когда стучат. Нет, ты открываешь, кто там. Кто там, да. У тебя жена любит удобство, ты с собой в машине возьми. Кирилл, иди что там делай. Четыре кирпича и ее на дороге приспичило. Вообще, вы понимаете, что я выставлю это в интернет? Вас потом никто не возьмет. Не платно, не бесплатно. Ой! Топи не хочу. Все, никто не ходит сюда. Чуть-чуть до края. Только наложил. Там вот столько не хватает. Ну так извините, здоровье, мы его законсервировали 10 лет назад. Законсервируй, я тоже так консервирую каждый день, ё-моё. Давайте, дайте, я тоже. Хорошо законсервирован, ты видишь, уже компост, сюда розу посадим. Я говорю, я тоже так, а бывает по два раза консервирую. Ой. Здесь сейчас на лестницу. Не сломайте корейскую пихту. У напарыша, смотри, дохлый. Ой, ну хватит чушь нести. На рыбалку. Ну вот видите, какие рабочие уже спрашивают, не надо ли мне баню перенести. Как вы считаете, вот все, после вот переноса туалета, можно им что-то еще доверить? Оцинковка целая. Паутинь, блядь.
пыль хоть протёр. Ага. Ой, вот всем советую. Платите нормально рабочим. Будет весело. Нет, сыночек, надо платить рабочим и нанимать незнакомых людей. А лучше вот веселых. Так, видите, закончился перенос туалета. Разгромом на участке. Теперь будем делать. Еще будет продолжение. Еще долго будут. Продолжение будет пешеходная зона, но я так понимаю, что мы их нанимать уже не будем, а будем ее сами делать. Доски-то гнилые, видишь? Да ладно, двойная вагонка с фундаментом. Все было капитально. На века построено. Был, да. Двойная твоя. Все, всем счастливо.